Многострадальная Степновская школа и стройка, и реконструкция. Мне кажется, все, что могло пойти не так, здесь пошло не так, начиная с проекта, потому что очень странное проектное решение, когда подсвечивается интерактивная доска, когда размещаются розетки в классе так, что там нормальную доску разместить невозможно, когда мы видим неровные полы и непонятно, что происходящее с потолком, ну, тут масса вопросов. Действительно, я не первый раз на этом объекте, последний раз был 1 сентября 2020 года, вот еще не были подписаны документы, но готовились подписи о сдаче документы на завершение работ по пристройке, и это все подписывалось с огромным перечнем доработок. Вот по пристройке сегодня мы посмотрели косметические какие-то вещи, там действительно сделали, и учебный год там прошел, но проблема в том, что есть системные вещи с крышей, с какими-то химическими пятнами, которые не оттираются ничем на окнах, конструктивными недоработками, непонятными щелями в панелях, которые там мы видели в лаборантских. Ну, то есть очевидно, что тут огромный перечень доработок, который должен был быть сделан, на самом деле не сделан. То, что мы видим при реконструкции основного здания школы, ну, там прям даже конь не валялся к тому, чтобы это было готово к сдаче 1 сентября. Это производит ужасное впечатление того, как делать не надо. Огромное количество недоработок, и очевидно, что с теми темпами, как это работает, да, как эти работы выполняются, ну, нам сказали на объекте 3 человека, ни одного из них мы не встретили на этом объекте. Как это будет сдаваться к 1 сентября, непонятно. Честно говоря, очень много было всяких разговоров за эти годы вокруг Степновской школы, выездных комиссий, законодательное собрание с комитетами сюда выезжало, принимались решения. Но вот как это делается сейчас, ну не знаю, меня лично не устраивает никаким образом. В моих ближайших планах разговор на уровне губернатора. Очевидно, что здесь необходимы оперативные, комплексные, межведомственные решения и политическая воля, мотивация, чтобы все это заработало. Мне кажется, здесь остался единственный эффективный механизм для того, чтобы это все было сделано вовремя, в срок. Он по-народному называется «волшебный пендель». Ну, это же будет скоро 3 года, как я являюсь главой. Все 3 года, в общем-то, мы занимаемся проблемой этой школы. Я даже уже потеряла счет всем бесконечным совещаниям, каким-то встречам по поводу вот ситуации в этой школе, потому что мы прекрасно понимаем, мы несем ответственность, чтобы 1 сентября все дети сели за парты, но и дело в том, что все время все происходит с какими-то такими большими проблемами, потому что реально школа это самая большая у нас по численности детей в Назаровском районе, и поэтому вот эта ситуация, недоделки там, мы все помним хорошо 19-й год питания детей была проблема, когда мы вводили в эксплуатацию как раз вот один блок отдельный, притом не весь, а именно первый этаж, чтобы дети могли полноценно питаться. Мы продлеваем досроки, это наши полномочия, у нас нет объективных проблем. Не продлевать в том плане, что все время срываются все сроки ремонтов, мы понимаем, ну, просто вот уже ситуация такова, что мы сегодня здесь опять, и с 1 сентября прошлого года, когда мы здесь были и подписывали то, что должны были устранить, все идет не теми темпами, какими положено. У нас есть чем сравнивать, мы надеемся, что вот те сегодня вопросы, которые сейчас озвучил Сергей Александрович, это вот его видение решения проблемы, оно, возможно, даст какие-то сдвиги. И понятно, что мы будем добиваться, чтобы все недостатки были устранены, иначе ну, нет смысла, чтобы дети пришли, и родители, и педагоги, которые здесь работают, и кроме разочарования, ничего не получили. Мы будем добиваться, чтобы все было в идеале, дети зашли именно в новую, современную, хорошую школу.